Доброе утро, подписчики. Мы тут с Борисом Заправским, газета «Суть», опять в какие-то приключения ввязались. Сколько сейчас времени, Борис? Половина девятого. Да, ну вот, половина девятого утра вчера поступила от гражданского дозора информация о том, что канал, а я так понимаю, он же за Ивановку туда сливается, уходит, да? Он вот уходит, этот, именно этот канал уходит влево, туда. Влево, и да? И Сбросной впадает. А, он впадает в Сбросной канал, да? А Сбросного, естественно, в Волгу. Да, поступила информация, что здесь масляные пятна сливаются с химией. Ну и вот приехали мы утром. Я даже на маленьком экране камеры вижу, что да, вот все это прекрасно видно. И главное, что это большой объем. А вот эти, интересно, вообще законные врезки, вот они сюда сливают. Это, я так понимаю, было построено еще в советское время, да, для ТЭЦ? Конечно. А вот эти врезки, наверное, под дорогой, которые идут, неизвестно, труба чья она. Но здесь, товарищи, просто беспрерывно идет масляное пятно. Вот оно сколько стоим со вчерашнего дня, представьте. Сколько вот этого добра сюда сейчас сбрасывается. Блин, попробуем. Мы сейчас куда-то просочиться. Наша, конечно, основная задача найти источник. Да. Попробовать этот определить, откуда. Ну, добрались мы до ТЭЦ. Вот она. Отопительное сердце нашего города. Сейчас посмотрим здесь. А здесь чисто. А здесь чисто, здесь нет масляного пятна. Смотри, может быть, это врезки какие-то. Вон, смотри, труб там по минимуму. Вот сейчас мы проехали. Ребята, а тут чисто. Ну что, пойдем сейчас тогда по каналу и смотреть откуда. По логике событий, то есть получается, что вроде пока не ТЭЦ. Очень-очень. Вот сначала канал к самой ТЭЦ. Так что загадка пока. Ну где наша не пропадала? Зовем тур Хейердала. Сейчас пройдем вдоль берега. Маркерами так зайдем. Сейчас посмотрим, где начинается пятно. И будем, соответственно, это дело все. Да, ну вот идем вдоль берега. Пока масляного пятна не видно. Парит бурлилочка. Да, есть пятно. Вон его видно. И оно капает вот с этих. Труб, походу, да? Да что, они прорезаны вообще, они не рабочие. Это может быть и не с труб. Но масло, вот оно, да, оно. Оно, видаться, возле дамбы скапливается. Вот если видно вам на поверхности вот пятна. Идут. Блин, не понял. Вон идет. А топ, откуда-то? Да. Откуда-то? Подожди. Неужели мы проворонили? Блин, здесь вот вроде чисто. Кажется, так. Такое прям ощущение, что откуда-то из-под этих труб. Да, вот здесь оно появляется, пятно. А до трубы нет. Слушай, ну правда, вот я смотрю, до него нет. Получается, с этой трубы получается. А вот эти вот трубы, нет, они пустышки. Это чисто навесок, да? Вот, вот оно. Точно. Да. Да. Вот с этой трубы капает. Нет. Не капает. Это вот с этой хуйни.
С какой? Ну вот. Вот с этой вот непонятной желтого цвета. С нее, думаешь, и льет? Так, да, посмотри, сюда иди. Да и меня скользкий, я просто. Да, вон оно видно, пятно вон ползет. Вот с этой шляпы? С этой шляпы. А что значит, что это какой-то за этот? Из сталкера какого-то. Да, 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 вот только что прям расползлось петло, я видел, как капнул. И вот этот отход, вот он весь. Это уже ближе к дамбе. С него вот эта вся масляная жижа, вон они желтые все. По палке лежат пятна. Вот оно, пятно растекается. Граждане, видите? Походу, это, как правильно Борис предположил, это просто каким-то тазом, черпаком или чем, я не знаю, контейнером сбросили просто в воду. Часть вот плотину здесь такую самообразовавшуюся остановилась, часть повисла там на трубе. И я так понимаю, возле самой дамбы, наверное, будет ее большее количество. Твою ж душ. Ты думаешь? Ребята, вы такую вот это утреннюю радугу видели вообще? Все, вот, не знаю, камера передает, все радужная поверхность воды. Слушай, что-то мне не кажется, что ее выгоняет. Здесь дамба все это несет вот туда, где мы первоначально были, вот там мосток тот. И все эти пятна масляные, уже растянутые по всей поверхности, несет туда. Сейчас повыше подымусь. Но посмотрите. И здесь под дамбы. И вон слева. Слушай, это что вообще за сброс? А? Это разве тецовский? Да нет, это вряд ли. А тут что еще? Вагоностроительный. Это предприятие какое-то. А какое? Это вот... Слушайте, да, это отсюда. Это отсюда, оно всплывает снизу. Думаешь? Посмотри вот сюда. Вон. Не, ну это оно бурунами могло перемешать, просто он на низ ушло, потом выскочил. Слушай, ну не в таком объеме, ты посмотри, радуга, он оттуда идет. Слушай, у меня такое ощущение, что это отсюда валит. С другой стороны, оттуда подтекает. Большой, да. Здравствуйте. А что здесь, здесь от чьё имущество? Тецовская? А что за масляные пятна? Да? Вы не на ТЭЦ работаете? Нет. Зачем? А кто сказал? Какой? Как? Гришкин. Чтобы не было... Сброс не скажу, какой. Ну вот же он, сброс. А это вы с какого периода наблюдаете-то? Со вчерашнего? Вот тебе, Натя, мэр на матче. Ну вот тут следы вот этой желтой, не знаю как назвать, флячи. Мы ее обнаружили и на берегу. Вот она.